В Северной Осетии прошла всероссийская ежегодная штабная тренировка по гражданской обороне. В мероприятии было задействовано порядка 500 человек личного состава, 190 единиц техники. Спасатели продемонстрировали готовность техники, работу единой дежурной диспетчерской службы и проведение практических мероприятий по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему. По замыслу учений поступил сигнал о том, что населенный пункт попал в зону подтопления. Для оказания помощи прибыла группа водолазов. С поставленной задачей спасатели успешно справились. В городе Владикавказе были развернуты такие элементы, как пункты обеззараживания, защитные сооружения гражданской обороны, сборный эвакуационный пункт и, значит, пункт выдачи средств индивидуальной защиты. Кроме этого, в ходе тренировки была получена вводная о возникновении чрезвычайной ситуации природного характера, это непосредственно подтопление населенного пункта. И здесь, на территории пригородного района, мы отработали мероприятия по организации работ, направленных на ликвидацию этой чрезвычайной ситуации.